Проверяют экипировку спортсмены, все в порядке, фонари горят. Можно теперь биться за золото. И первый удар остается за Константином Лохановым. Аплодисменты. Костя пока безэмоционален. Сейчас ударить не смог. Ответный Ледеман что-то тоже не спешит, не рискует. Лоханов не согласен с решением судьи, но повтор не берет. Сам идет в атаку. Огроменный выпад и второй удар нанесен. И третий тоже. Чтобы преодолеть половину дорожки, Константину Лоханову нужно сделать скачок и выпад. И он сейчас это демонстрирует. Очень быстро входит в дистанцию и тут же удар наносит. За счет габаритов, скорости набирает удары. Не достает Ледеман, чуть не упал. Лоханов. Медленно, но верно, 4-1. До этого Лоханов и Карл Ледеман встречались дважды. Один раз здесь же, в Сочи, на Кубке Черного моря, ровно год назад, но в группе. 4-5 проиграл Карл. И еще одна встреча была на этапе Кубка мира. Там 15-6 сильнее оказался Лоханов. Пока тоже он сильнее. 5-2. 6-2. Просит видео арбитр. Вот в чате появилась фраза о том, что польский гусар узнает твердость русского клинка. Ну, клинки на самом деле у них-то одинаковые. Одинаково твердые. Но, судя по счету, Костя пока не замечает своего соперника. 7-2. Удар за ударом наносит. 8-й. Бессилен поляк пока. Перерыв. Как я уже говорил, 78 участников сегодня были среди юношей из 14 стран. И еще одна страна выступала под флагом ФИЕ. Это Кувейт. Никто, правда, не дошел до финала, но очень близок был один спортсмен. Мухаммед Аль-Фатхли. Я вот пытался все-таки прочитать фамилию, думал, запомню. Нет, не запомнил все-таки. Тяжело произносить. Уступил он за вход в четверку Ники Шенгеле. В 8-2 спортсмены возвращаются на дорожку. Не достает Карл Ледеман. И Лоханов с места срывается. 9-2. Вроде бы раньше выходил вперед Ледеман, но Лоханов все сделал так быстро и четко, что судья отдал удар ему. Взял паузу Ледеман и сейчас идет назад. Вот немножечко поменял тактику и третий удар нанес. Одиннадцать три. Мерси. 4-11. Лоханов благородно признается, что при двух фонарях удар пропустил он. Конечно, при счете 11-3, я думаю, можно спокойно признаваться во всех грехах, а затем взять золото Кубка Черного моря. Вот, будут уже первые, так сказать, коллекции, первые традиции, первые какие-то рекорды Кубка Черного моря, если Лоханов выиграет
сегодня. В прошлом году серебро, в этом году золото. У девушек. Если выиграет Евгения Подпаскова, будет два золота. Отбегает назад прямую руку, оставляет Лоханов, пропускает 15-й удар. Пятый, простите. Но видно, что Костя уже так поединок доводит спокойно, размеренно. Не попадает. Ну вот, как бы эта расслабленность не сыграла злую шутку с ним. 13-7. Наверное, все любители сабельного фехтования знают о том, как часто случаются камбэки, какие огромные просто разрывы в ударах отыгрываются. 13-14-7. В одном ударе от первого места. Константин Лоханов просит видео. Карл Эдеман. Новый видео. Без изменений. 14-7. Ангар. Преаль. В полете достает поляк. 14-8. Не сдается. Кэрол. Но Костя абсолютно спокойно. 15-й удар наносит. Поздравляем Константина Лоханова с золотой наградой. Кэрол Ледома с серебром. И ждем женского финала.